Бесценный опыт и мудрые советы. Как сделать жизнь в Самаре лучше? У этих людей есть свое авторитетное мнение. К нему прислушиваются, его уважают. Их участие в развитии города очень важно, подчеркнул глава администрации Олег Фурсов на встрече с почетными гражданами. В начале беседы глава администрации рассказал о том, что было сделано за последние несколько месяцев. В первую очередь изменения коснулись структуры администрации города. Так, число департаментов уменьшилось с 21 до 14. Экономия бюджетных средств во всех сферах позволяет обновлять спецтехнику и парк общественного транспорта. Во время встречи были озвучены и планы на будущее. Взят курс на то, чтобы технику новую приобретать и город делать как можно чище. Но пока вижу горизонты, к которым нужно стремиться. На мой взгляд, город все-таки становится чище. Вот. Но темпы, которыми эта частота должна наводиться, должны быть гораздо, конечно, более быстрыми. На встрече почетные граждане высказали ряд инициатив. Например, восстановить аллею почетных граждан на Ленинградской. Олег Фурсов предложение поддержал. Обсудили и патриотическое воспитание детей, в том числе с самого раннего возраста, в дошкольных учреждениях. Глава администрации поручил городскому департаменту образования проработать этот вопрос и рассмотреть возможность создания методического пособия для дошкольных учреждений. Польза от таких встреч есть, и она действительно реальна, это безусловно. И то, что вот сейчас Олег Борисович сказал, что он намерен встречаться с почетными гражданами ежеквартально, и не просто так, как сегодня, когда каждый поднимал проблему, какую хочет, а так, чтобы мы какую-то одну проблему обсудили, но со всех сторон. Марина Кравцова, Павел Баймаков, Павел Просняков. События.